Ильзат, прошлый матч с Казахстаном 4-0 в гостях, здесь дома 1-0 еле-еле. Как ты думаешь, в чем разница между этими матчами? Ну, они тоже делают разбор игры, и в этот раз они очень плотно играли в обороне и не давали пространства, но самое главное, мы добились победы. Как концовка смотрелась уже с скамейки запасных у тебя? Ну, конечно, нервно хотели, чтобы забили, побыстрее время тикало, и от этого ты нервничаешь больше. Скажи, что творилось на скамейке запасных, когда забили гол? А, ну, конечно, все встали, начали прыгать от радости, и все были счастливы. Как оценишь сегодня свою игру? Ну, мне есть над чем работать, я знаю свои ошибки и буду стараться работать над этим.